Ми вирішили перевірити, чи працює в Києві на практиці сортирування сміття, як воно працює. Ми прийшли на одну із станцій сортирування сміття, яка знаходиться за адресою вулиця Саперно-Слобідська, 25, принесли з собою пакет побутового сміття і побачимо, подивимося, що ми зможемо тут з ним зробити. Здравствуйте, Аркадій. Ми тут до вас принесли трохи побутового сміття. Можна вивалити? Так, звісно. І ви нам допоможете розібратися, що з цим всім робити. Угу. Тут у нас пластик. Саме тяжелое – це пластик. Почему? Потому что на каждую деталь нужно посмотреть. Так. То есть, чтобы определить, какой материал этого пластика. Значит, первое условие для пересортировки – все должно быть чистым. Тут все чисто. Чисто. Вымыли специально. Теперь, да, теперь второе условие. Нужно посмотреть вот на такие вот треугольнички. Угу. Треугольничек говорит о том, что, это, что этот пластик перерабатывается. Так. И внутри него и снизу стоит цифра. Это, например, единички или 0,1. Это ПЭТ. Угу. Вот, например, бутылки относятся к ПЭТ. Так. Единственное что, вот эта вот пленка... Знімати треба етикетку, да. Так? З молочних бутилок надо зняти етикетку, потому что вот это усадочные, с этой не надо. Это не усадочные, да. Так. Вот с молочных надо снять вот это и отдаем вам, потому что мы такое не принимаем. Заключили договор с перерабатывающими предприятиями. ПЭТ они берут. Это самый распространенный материал, из него очень можно любые от тканей синтетических до синтепона. Я чув, що китайці синтепон роблять. Да, із синтепон. Із цих пляшок, так? Із цих пляшок, да. Із них все, що хочеш. Із них делають гранули, угу. Гранули. А із гранул можна зробити все, що хочеш. Добре, дивіться, у нас тут ще є батарейки. Що нам робити і куди вони можуть піти? Батарейки, значить, они в Украине не перерабатываются. Почему? Потому что объем для завода, если построить завод, то очень большое количество этих батареек надо. Мы в Украине не собираем. Хотя вот это все завозится из-за рубежа, но назад такое же количество не возвращается. То есть мы, ну как сказать, теряем тяжелые металлы на своих черных землях. Это шо? Очень плохое. Тяжелые металлы, они не раз... Куда мы их деваем? Куда мы их берем, потом укрупняется в Днепропетровске, и 20 тонн с приложением денег государственных, евро, везется в Польшу на переработку на завод. Угу. Там объемы большие, и наши объемы маленькие. Хотя если бы все батарейки, которые поступали на Украину, завод можно было бы сделать и у нас. Но у нас не собирается такого количества батареек, чтобы сделать завод на Украине. Сколько державных грошей цікаво уходить на... Ну где-то около 400 евро на каждую тонну.